мы приехали на эту распродажу. Посмотрите, люди стоят, столько машин стоят, когда откроют дом. Начинается это в 5 вечера, мы приехали без 15:05. Очень много людей стоит, и даже машина полицейская. Видимо, очень такой valuable sale. Пожалуйста, estate sale. Вот видите, там дом. Там все готовятся к открытию. Такой, конечно, property дорогой. Видно, с озером. Все пойдут вот по этому driveway. Как я сказала, все ждут. Много людей. Вот, пожалуйста, люди идут из дома открывать калитку. И мы сейчас зайдем. Did they say there was going to be any money to get in? No. Вот так вот столько людей. Ну, конечно, не такая безобразная толпа, какая могла быть. Но все равно народу много. Винюша тоже стоит, мы под зонтиком. Okay, let's go closer. Эти люди идут открывать калитку нам. Don't get me in the wet grass. Пожалуйста. Keep it on the road. Все подходят. My name is Judy. I'm Cece's personal assistant. Cece is involved. Hi, how are you? Hi. Cece is involved on the estate that has given a lot of our attention and respect to the family and friends. I have a few things I want to share with you here. Those that are not familiar with how Cece's closet works, when you come in for an item, and that item has a tag either next to it or on it, we ask that you take the tag off the item so that you're not walking through the house with a chair or a piece of artwork. I believe I have two more on security, is that right? Okay. Вот мой Винюша. Мой Винюша с желтым зонтиком стоит. И вот она зовет людей по списку, видите, и они заходят только по именам. Просто так в дом не зайти, чтобы тебя не знали, как тебя зовут. Очень много камер security в доме, они сказали, чтобы очень все аккуратно делали, никто ничего не разбил. Вот, пожалуйста, такой вот real estate and estate. Винечка. И вот Винечка мой идет, и мы подходим к дому. Пожалуйста, это дом с красивым фонтанчиком. Заходим. И вот мы находимся в доме. Честно говоря, не знаешь, куда бежать, что покупать. Вот Винни тут стоит. Мебель, золото и все, значит, здесь на фронт. Вот всякий антик. Очень красивые портреты. Очень красивые стулья. Видите, люди рассматривают картины. Так, где у нас мантис? Мне моя художница, девочка, говорила про картину мантис. Да, это мантис, но это, по-моему, если он стоит $89, я думаю, это не настоящий мантис. Хотя можно спросить, кто его знает. Посмотрите, сколько здесь всяких картин. Здесь красивая одежда. Вот здесь очень много в шкафах всяких фигурок. Боже мой. Ну, здесь глаза разбегаются. Я не знаю даже, как вам все это показать, потому что вот старые какие-то пупсики. Там тоже старые куколки. Ну, какая там женщина сидит. Луи Виттон. Вот, пожалуйста, они очень дорогие. По 1500. Вот такие, конечно, мне... 599, сумка нет, такие мне не нужны. Цены, конечно. Вот видите, какая кукла сидит тут. Красивая. Это люди знатоки. Они очень большие знатоки наверняка здесь. Видите, антиквара. Я вот пойду посмотрю какие-нибудь, может быть, видите, тут натуральные меха. Натуральные меха. Мне меха не нужны. Красивые картины. Глобус. Да.
120 долларов глобус. И вот, пожалуйста, здесь всякие красивые. Видите, тут уже треснуто. Вообще красиво, но треснуто, поэтому, конечно, пользоваться ей уже нельзя. А вот здесь вот лошадь стоит, вот это. Сейчас мы обратим внимание. Вот, пожалуйста, это лошадь известная. Мне что-то говорила Оля, художница, про нее, но я, честно говоря, уже не очень помню. Вот покажу вам ее цену. 12 500. Все сертификаты, видимо, какие-то тут у нее. Вот еще одна 595. Да, цены здесь, конечно, очень заоблачные. Но что-нибудь мы можем купить. Вообще, они сказали, что минимум, на что можно купить, на 100 долларов это минимум. Нельзя купить на 50, на 30. 100 долларов это минимум вы должны здесь потратить, чтобы купить. Поэтому 3000 вот это вот голубое блюдо, мне кто-то про него писал. Это кораллы. Угу. Да, конечно, интересно очень много. Господи, я думала, девочка сидит. Ведь она была на фотографии, я думала, она настоящая. А она и не настоящая. Видите, какая сидит девочка? 179 долларов с косами. Угу. А это вот у них, видите, такая ширма. Какие-то фотографии. Тут игры всякие. Такая игровая комната. Разные всякие атрибуты. Здесь вот пластинки. Очень интересные сундуки. Посмотрите, какие красивые сундуки. Такой сундучок бы домой. 199 долларов. Мне очень нравится такой сундучок. Стулья, кресла. Очень много у них. Какие-то, мне кажется, известные. Известные люди здесь живут. Потому что, видите, здесь все с подписью. Вот известный вот этот вот, да, актер. Фотографии все с подписью. Вот, пожалуйста. Угу. Что тут еще есть? Тоже какой-то актер. Я же не знаю этих американских актеров. Но здесь вот видите, очень много вот этого чуда. Тарелки. Винтажные банки. Кока-кола старинная. Видите, очень много людей. Одно нам и золото посмотреть, сейчас пойти. Тоже картина 249 долларов. 249 долларов. Здесь тоже, видите, лампа. 34 доллара. Я не знаю, это Тиффани лампа или нет. Но можно посмотреть. Не знаю. Как посмотреть, Тиффани она или нет? Не буду даже это трогать ничего здесь. Вот 99 долларов торшер. Ну, наверняка Тиффани. Вот очень красивые стулья. Очень красивые. Антикварные, видите, качалочки. Складушечки. Лампы. Так. По 29 долларов такие баночки интересные, старинные. Вообще тут все почти старинное. Да. Вот здесь вот хрусталь. Такой вот кувшин стоит 90 долларов. Здесь вот монеты, а здесь вот золото. Золото за стеклом. Ну, видно как бы цены. Вот 640, браслет 275, брошь золотая 1200. А здесь вот все золото. 1800. 750. Ну, цены, я вам хочу сказать, не дешевые. Здесь вот набор каких-то ручек 39 долларов. Старинная какая-то ручка, я не знаю, перьевая, видимо, да?
Вот здесь вот ручки позолоченные. $15 каждая ручка. Ручек очень много здесь, и они, конечно, такие очень изящные. Да. Какое хоть название-то ручки? Не знаю. Не Паркер, по-моему. Вот тоже, видите, ручка сет. Италик сет. Это вот, видите, настоящие жемчужины. Вот, пожалуйста, набор серебряный ложек, вилок. Стоит 2000 почти. Вот часы разные. Вот джувелы. Очень много красивых джувелы. Всякие. Даже не знаю, что и взять, честно говоря. Не знаю. Все очень такое старинное. Видите, какие кулоны. Ну разве такое оденешь? Сейчас вроде такое не модно. Вот розочка очень красивая. Вообще броши я тоже очень люблю. Я люблю белое, не желтое, а белое люблю. Запонки всякие, видите, красивые. Вот очень красивая вещь. Посмотрите, какая старая Библия. How much? $200. Oh, wow. I tell you, this be a Bible probably much more. But easy. Don't pull on it like that. Because if you see you opening it up like that, they'll pull you out. Well, I want to see. Смотрите, какая Библия огромная, да, вот такого размера. It's really nice. You want to get it? Maybe, but we need to look at somewhere how much it costs. I don't know, it's nice. Посмотрите, сколько всяких сумок, всяких камер старинных. She said about the Bible was about $6,000. She said? Yeah, remember you said the Bible was $6,000? Who said? Your friend, your artist friend. I think it's more than that. Вот камеры, пожалуйста, видите, всякие старинные, не старинные. Look at old Nikon, look at that. That's a... $139. Is that $139 for all that? It's just Zoom, or it's all over the thing. That Zoom is very expensive. Mm-hmm. Yeah. The day that was the camera to get. Видите, сколько всего. But now we're gonna get $100 worth of stuff. Заходим в другую комнату. Да, здесь комнат очень много, дом очень большой. Здесь тоже вот очень много всякой одежды. Ну, одежду я брать, конечно, не буду, но видно, что очень хорошие вещи, всякие тут свитера, туфли. Возможно, здесь какие-то вещи очень ценные. Но я одежду не люблю. Такую вот старенькую. Хотя раньше покупала Goodwill, как бы, но сейчас вот я его не покупаю. Так, вот это вот ванная. А в ванной сколько всего? Вот видите, тут даже... Можно купить наборы, новые, абсолютно новые наборы простыней, всякие одеяла. Вот, видите, одеяльце какое-то уже называется throw. Throw это, ну, накинуть одеяльце такое. Вот. Боже. Даже таблетки продают, по-моему. Что за таблетки, не знаю уж я. Calming support какой-то. Так. Ремешки всякие очень красивые. Можно выбрать ремешки. Вот я люблю разные. Так. Не знаю, что это за ремешки. Видите, с такими пряжками. Угу. Здесь тоже, видите, всякие статуэтки, кораллы, очень много. Вообще, я хочу сказать вам, здесь ничего дешевого нет.
Очень красивая статуэтка фарфоровая. $150. Боди лошен всякие, видите, они такие. То ли старинные, почему они такие дорогие, я не знаю. Но они абсолютно новые. И какой они фирмы, видимо, может фирмы какой-то дорогой, раз по $20 эти лошади продаются, и они все целые, вот там, видите. Вот тоже одежда, сумки. Можно, кстати, сумочку посмотреть, бывает. Можно купить какие-то сумки очень дорогие, какие-нибудь клатчики. Раз они ходили с Луи Виттоном, видите, Марк Якобс, $350 сумка. Здесь тоже Dior handbag, $350. Видите, вот такая сумка. Ну, а здесь сумки тоже, я вам хочу сказать, не такие дешевые. Новые какие-то свитерочки такие. Пожалуйста. Очень красивый зонтик. Я думаю, зонтик какой-то тоже, видимо, такой фирменный. J.G. Hook. Зонтик сломан, видите, спицы отходят от зонтика, так что нет, зонтик нам не нужен такой. Посмотрите, какой галстук. Галстук из, я не знаю, кому этот галстук, но такой вот интересный, да, на шею, из жемчуга. Купальники всякие, ну это ладно. Там, видите, подносы очень красивые. Очень-очень много подносов красивых. Картинки. Пожалуйста, большой телевизор. Столик очень красивый. Вот я даже не знаю, что что-то такое вот на стену вешать. Вот это я тоже не знаю, что это. Что это и для чего. Это $5. Я себе отложила там двое украшений по $5. Вышка. Надо набрать на 100, чтобы купить. Какой сундучок за 99. Вот всякие коробки под jewelry разные. Лампа Тиффани. Здесь тоже, видите, такие всякие фотографии. Это, кстати, две одинаковые лампы Тиффани. Обе они 169 долларов. Тут очень хорошее одеяльце. Кстати, новое одеяльце. Сколько они стоят, не сказано. Пожалуйста, всякие статуэточки. Одна статуэточка стоит... $10 отвалилось. Тут тоже такие вот статуэтки. Очень красивый джар. Даже черные кружевные перчатки. Здесь всякие очки. Вот лампа. Это вот старинная машина для Кока-Колы. Поднос Кока-Кола. Картины здесь интересные. Это Барби такая вот. This is very old Barbie. А Барби, видите, с Кока-Колой. Очень старинная. Look what ear is that Barbie, because this Barbie is very, very valuable. On the side. On the side. Look. Right here.
Вот посмотрите, коробка, в коробке карты, старые карты игральные. Здесь вот лошади, здесь вот еще что-то. Baby, look at this. It's a very good item with cards. Look. Стив Мартин. Какая-то бочка старинная. Машинка швейная. А? Yeah, look at more pictures. Look what they have. Look at these cards. I had the money play for cards. One of their guy. Well, got in here late. The guy already picked up the gun. I don't want it. Yeah. Yeah. And the old ones are going for two. It's, you know, they're pretty. Look at the pictures. I want to see. Go ahead. But I want to make video and you're going to look. Tell me what is interesting you can find. This guy's pretty famous. Let me hold your Very good. Здесь даже продают духи, пользованные, не пользованные, любые. Я иду на улицу, меня ведет женщина, я иду на порч, там на бассейн, там тоже что-то продается, надо брать обязательно permission, разрешение, чтобы попасть туда, и вот мы идем. Видите, все за семью замками. Так, thank you. И вот здесь, вот видите, очень красивый, обалденный, просто обалденный бассейн с русалкой. And this mermaid that's selling? Yes, 2400. Oh, 2000, okay. Let's see. Так, бассейн полностью очень хорошо как бы поддерживается. Вот эта русалка стоит $2000. Если у меня был бассейн, я бы взяла и русалку, но бассейна у меня нет. Видите, вот это вот все продается. So it's all furniture, everything selling. Yes. Okay. Так. So I make that video because I'm gonna bring to my sister and we maybe make call and come back for that. Вот эти вот лежаночки такие. Посмотрите, здесь вот на ступеньку заходишь, а здесь такая комната. $69, вот такой вот чучмек, всякая мебель. Здесь такая как солнечная комната, всякие чашечки. Вот так вот здесь очень красиво. И вот там вот комната, боже мой. Так, мы вернулись к старым куклам. Посмотрите, какие старые куклы, $99. У нее даже лицо исцарапано, это немножко как треснутое. Я даже не знаю, какого года эта кукла. Вот тоже кукла, пожалуйста, $139. Если на них такие цены, представляете, какого они года, наверное, эти куклы. Да. Вот еще один пупсик, видите. Я не знаю, какого это года пупсик, $49. Такой вот. Да. Ну, тут всякие старинные, престаринные куклы. И стоят они недешево. По ценам, я так понимаю, если они не дешевые, так они, значит, какое тут яйцо. Значит, они очень старинные. $49 медведь. Я с таким в детстве спала. Здесь, пожалуйста. Вообще очень интересно, конечно, ходить. Сейчас вот опять разговаривала с женщинами, которые здесь работают. Ни одного родственника не осталось у этих хозяев. Ни одного. Женщина умерла и все. Видите, какие коробочки старинные для шляпок. Government все это купил, государство, и вот продают они за сколько уже есть. Видите, этот rocking chair очень классный, на котором эта девушка милая сидит. Сама девушка стоит $179. Вот очень классные часы. Здесь есть.
Но вот мы свиньи как-то ничего такого не нашли. Сервиз вот этот, он очень огромный. Он настолько огромным, нам некуда будет его просто девать. Все вот эти вот финтифлюшки, ну что, ну куда нам их? Никуда. И, пожалуйста, портреты. Очень классные портреты. Какие они все громкие, кричат. Вот, пожалуйста. Do you see anything over here, right? No, I haven't seen the bugle over there, Seventh Cab, but I don't know when the Seventh Cab, I think the Seventh Cab was right around, I think that was before, right before the Civil War. I can't remember now. I think that was Custard almost, Seventh Cab. Custard. Seventh Cab. Даже туфли. You see that? Who's a history buff here? Not me, unfortunately. You a history buff? No. No? Okay. I would, why? What do you need? What's just the Seventh Cab? Wasn't that Brown Custard? What about, do you have a cell phone? Maybe you can Google it. I can't it. Get anything here. Oh, the signal's bad in here. Yeah, the signal is bad. Ну, вот этот вот каменный слон, конечно, был бы для меня, ну, слишком дорого. $229. Как-то мне не очень хочется тратить на это. А это вот, видите, тут какая-то старинная банка. Не знаю, что это. Стоит $49. Видите, тут стол с подножкой. А здесь они, видимо, были в Salt Lake City. Целая история здесь. Мы все еще здесь. Люди понемножку убывают, а мы, свиньи, никак ничего не можем себе найти. Честно говоря, чего здесь только нет, а нам ничего из этого не нужно. Ничего. ESP. What is that for? That's like if you could see through the cards or like you go, what is it, a circle, square, rectangle? Uh-huh. Which one is it? Yeah. You gotta figure it out. You gotta say, is it a circle or a square? It's square. Nope, you're wrong. So you don't have ESP. I don't understand. That's okay. You don't have to. That's goofy. Actually, that was a test they gave all those kids in school. What is this? It's probably one of these cameras with projector. The real thing. Yeah, projectors. There's a slide projector. Wow. Reel to reel. What is this? I don't know what that is. Oh, this is magnified glass. Look no at this. What that is. That's magnified glass. Yeah. Like this. No, you put it down. Huh? No, you go like this, put it like this. You put it down, and then you can move it around like that. Why it's like this? Or is this? Because it holds it the right distance. Oh. And it has a light. You can turn the light on the side. See, there's a light. See, it's a light. Flashlight. There's no batteries in it. Oh, okay. Такая вот увеличительное стекло. You see the cards? Mm-hmm. What is it? Open this. What is here? Cards. That's cool cards. Mm-hmm. Это вообще прям тут. Чего только, чего только. Видите, какой глобус, он светится. Я даже не знаю. Корзиночку берешь. Я отложила себе какие-то там украшения из белого металла. Ну, как бы. Чисто вот, знаете, уж раз пошла, но хоть что-то да взять. Вот картина. А так и никто и не купил Библии-то. Посмотрите. И вот тут Библия. И здесь Библия. Я не знаю, как-то коллекционеры здесь были. Сейчас вот в данный момент там муж с женой, я не знаю, может партнер с партнером. А с партнерка с партнером. На 55 тысяч купили. Сейчас там вот рассчитываются, я смотрю. Это люди, у которых свой магазин. Вот, они покупают такие вот. Не знаю даже, что мне здесь и надо. Вроде ничего не надо такого. Ну, статуя, видите, какая статуя.
Ни одна картинка не подходит мне. Просто вот не подходит ничего мне под мой интерьер. Да и некуда уже мне это все девать, честно говоря. Вон кожаная куртка висит, я так понимаю, да. $390, боже, да что ж, кто ж ее купит за такие деньги? Ну и все, видите, шляпочки всякие и туфельки. И туфельки я посмотрела, знаете, вот даже вот для интереса, видимо, какие-то старинные. Вот, допустим, вот эти туфли, они стоят здесь $150. Так, давайте посмотрим фирму, а потом мы прочекаем по интернету. Вот такой вот фирмы. Андрея какая-то. Такие туфли, но они в очень хорошем состоянии. Кожаные, понятно. И вот $150, это дорого для распродаж. Это очень дорого. Тоже, видите, какие натуральные кожи. Такие вот. Но они очень огромные. Я не знаю, какого же это размера. Десятка. Это 40-й размер. Ну, в общем, вот так вот. Всякие свитера. Очень много кашемировых свитеров. Вот, очень много кашемировых. Даже какие-то новые абсолютно сапоги стоят с мехом, с натуральным. Сумка. Итак, мы с Винюшей вышли из этого дома. Купили всякую фигню. Я купила, честно говоря. Винюша. So what would you think? What would you say about this sale? The sale? It was all okay. Most of the good stuff that I wanted was you needed cash, and I didn't have any cash on me. So, like, what you're saying about it? They should have told you if it was cash. It needed cash. Mm-hmm. See, a lot of guys went in there for the guns like I did, and they didn't say in it that it needed need cash until you got in there. But I didn't. You want to go to New York? That's going to cost $2,000 right there. Видите, вот тут вот у калитки сидит парень. И пропускают всех по именам и по ID. То есть нельзя просто. В четверг будет public sale, то есть для всех. То есть будет открыто все и будут приходить все. В четверг все будет, кстати, в 50%. Вот, поэтому вот так. Сейчас я покажу, что я купила. Thank you so much. No problem. You have a great night. Thank you. Huh? Have a great night. Вот, видите, написано. Сейчас покажу. 50% off sale in the final day, то есть в четверг будет последний день. О! Окей. Винни пошел, потому что мы забыли зонтик. Но здесь вообще такие вот хорошие дома. Люди, я сейчас видела, 55 тысяч истратили на что-то, я не знаю, там мебель. Это у кого-то магазины антикварные, вот они покупают. Тоже очень хороший домик, там видите какой. Там моя машина стоит. Тоже видите, такие заборы. Вот такой вот. Такой вот real estate. Сейчас я покажу, что я купила вам. Сейчас я вам покажу, что я купила. А не купила вам. Я купила вот такую вот сумку. Натуральная кожаная сумка. Написано Made in USA. А фирмы Valerie Jean. Видите, написано Genuine Leather. Она небольшая, лакированная, как через плечика. Купила духи. Шанель номер 5. Причем эти духи полностью запечатаны. Видите? Большая очень коробка. И стоит $24. Вот так вот купила. Написано колон. Хотя колон может быть и для женщин. Я не знаю, а может это для мужчин. Но для мужчин, значит, Винни будет пользоваться. Надо будет открыть да понюхать. И что я еще купила? Вот купила всякие, дурь всякую, короче. Вот с таким камнем, с головым купила украшения. Знаете, вот у меня есть голубые блузки, я их могу одеть. Ну, вот такой вот, я не знаю, он, по-моему, не серебряный, а обычный. Потом купила брошь, вот такую. Пожалуйста, с
камней. Она очень красиво блестит, когда, ну, при свете. Потом купила вот такой вот браслетик, видите? Такой ничегошный. И купила еще вот. Вот это украшение, которое купила. Мы его развернули. И вот оно вот так вот сделано. А как вы не шо? Твой тес. And this is very cute too. Mm-hmm. Вот Винюша держит, и я показываю вам.